не готова. Слышишь, Олег? Я зайду, короче, вторым паладином после трэша. Ты зачем ты все время переходишь паладинами? Да, бля, мне просто на капу шея нужна, бля, ее заберут, короче. У меня последняя шмотка осталась. Вот, бля. Я думал, что я шею хапну, а тут шея нужна. Делай, что ты раздавал. Дикспа, раздавай кулак. Окей. Ну, напиши ему, чтобы он это знал. Он или мотивар. Может. Я, короче, перезайду, покажусь. Блин, Физифилакс, 57 кхп. Точно начал свет? Да, окей, может, Лемон бах. Спасите, я под этим деревом. Ой, ты звездочку. Ходить на Элема? Ну да, заходи. Боди, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Нужно подойти поближе. Очень далеко. Кто сегодня в Салкану с руки кто-то 20к ДПС давал? А, это ваш был, да? Да. Что-то подумал, какой-то хап. Кстати, этим самым локом можно афликом давать, блядь, 20-ку вот так вот, где себя, ну, на... Вы видите, могу в текстах, где бить их. Он стоит, наверное, будет. Если таким. Ломан, как подойдем к Цивиане, да, шестом? А, это просто мобы так стоят. Командир убили. Их надо, чтобы другой танк стаунтил, тогда они пойдут. Ух, танков у нас больше нет, поэтому пошли на Цивиану. Же добей, блядь. Дайте боб на звезду. Вау, как это гениально, да? Не можно было просто отойти от этих мобов, они бы вышли.
А бля, на прошлом КД, блядь, за половину ГП забрал, блядь, сапоги, кстати, на РПАЛ, блядь, тут. Давайте ставим шкаф. Спасибо за стол. Шкаф. Так, а вы сумоните? Есть или Джарама, Фалария на башу. Ну, лечу. Ну, сумоним, я и говорю. Тыкайте на шкаф. Поларин. Я за Свен. А, я понял. Давайте фулбаф. Да, так, короче. Да, каскадки 2-2. Не кидай на меня КС. Это же первая РСК, да? Да. Начнешь босса танчить, можно первую копию, потом вторую. Я что-то забыл, что мы его еще не убили, блядь. Джерри готов? Где его патруль? Так он что, доходит к нам? Да, доходит. Пошли тогда убьем. Смотрите рубиновое святилище под храмом Драконьего покоя. А. Болтать долго будет, что вы болтар убьем. А ладно. Потом сделаю. Нет, ты просто туда после генерала ходить. Не, у меня оно пишется, что выполнено уже нападение на святилище. Надо знать его куда-то. Ну, оно здесь уже дает в дереве. Ну давайте, гуляйте. Никто никуда не отходил. СЛК была 25-ка анбаф или просто? Вчера анбаф. Вчера анбаф, сегодня просто. Завтра будет. Никуда завтра анбаф. Что? Вкусно, что спадало? Не знаю. У всех разные вещи вкусные. Воля там, Талик. Нет, были сапоги. Ну, тоже вкусно. Это как вкусно, блядь. Ретрик.
Поднимай, Ред, Физи, поднимай. Заберите, ну, да, танки заберете в трон. Ну. Нахуй милики полетят. Прикольные вы танки. Кто там? 99 стаков было у этого чувака. Ну да, надо раньше набирать. Пробуем так. Хризи держит двух там, боссов, а вы что держите? А, Морвинд упал, я понял. Давайте падаем. Да, блять, хули Войд хилит, Войд хули палом, блять, его Эрдру обогнал, блять. Ну и еще ты не там, эти ж боссы. Да, босс убивает 10 человек. Ну, блядь, потому что ДК в него хватку кинут, блядь, я вообще не понимаю, или таун, блядь, потому что я кинул таун, блядь, он все равно оставался на ДК. Разве ДК хватку кинул, блядь? Нет, босс не оставался на ДК, босс ходил по рейду, убивал на ДК. Кинул в этого босса таун сразу, как ДК упал. Он бежал на ВВ, блядь. Ну вот первый по хилу. Ты когда остальных хилов убила, да? Не знаю, не смотрел. Потому что ты праведный неистовство забываешь включать. Твейдер, реснишься? Реснусь. Когда? Минуты буквально. Ладно, компьютер. Ладно, давайте по тактике будем играть. Появляются красные мечи, мы все выходим на дистанцию. Добегаем до этого мета, пока они не пропадут. Дим, начинай. Цирк приехал. Так. Если доживем ко второму разделению, давай Саку. Окей. Так, Жигание, Варан, Альпич, Фаларин, Хламончик. Разбегайтесь. 60 стаков, 99, уже лучше. Сейчас опять будет прижим. Это просто не повезло. Отбегайте с лучами назад. У босса 24 стака, 33, 42, 51. Я дал Морвинку каплю. Да, сейчас с вихрем просто не повезло. Вот, третий босс вышел. Так, прижигание, разбегайтесь. 23 стака, босс 33, 43, 51. Все нормально, можно бить. Мы бы хильти не достаем. Спасибо. Я бы долго не придержалась. Дети. Поднимаем мелика. Помогайте поднимать мелика. Что там вот хилить будет? Я его друид обогнал опять. Ну да, вот сейчас вот на последнем месте. Достаточно просто тему частицу на ПДК и второго года. Зачем вы смотрите на стаком? Стаком? Разница в 1-2%. 1-2. То что? Там разница в 1-2% с махила. Хотя да, ты прав тоже.
А аирдроп, кстати, не показатель, что он перегнал аирдроп. Вот я сразу трех танков. Не знаю, на Балтаре я считаю это показатель, когда хото хил перехиливает директ хила. Присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти... Подождели к минуту, сейчас. Ну, написано, хилил в танков 180к, но будет тоже 83. А не, Эрдру больше нахилил Войда в танках. На 10к где-то. Давайте лапу. Ой, ты, кстати, будешь завтра днем? Слуги, обратите их в пепел. Где мой, да? Так. Призи, свет, танчит море, тьму, свету, ватербол, войд, во тьму все остальные, арпи же диспелишь во тьме. Максимус, ты в демоне. Второй фазе, четвертой пати, стоимся доверять големов. Чё раз по хилам скажи? Ты во тьме. Старый лохнулся, окей, две минутки буквально. Я во тьме, кто танчит тьму? Моровин. Тен, назначу клавиши, но этот диспел. Фласка, выпили фласки? Еще раз повторить по группам. А ты кто? Вторая группа. У нас все милики с первой пати во тьме остаются. Все остальные выходят в свет. Запомни это навсегда. Я это не повторяю, потому что это и так уже очевидно. Раз мы сюда ходим, каждый раз первый пати во тьме. Теперь это добивали Галина. Есть ли кого-то аддон, который показывает, у кого есть фласки? Ладно, блин. Икспал, пей фласку. Попроси у кого-то. ВФ, пей фласку. Валариан, пей фласку. У меня нету. А ты можешь писать людям в чате? Я стесняюсь. Ладно. Просто отниму ефэта, да. У меня же есть духи чаровниц.
Я лик выпил уже, отнимаем рад, но есть фласка. Давай. Фаларин, кинь обмен, но бы хилу дам тебе фласку. Вроде все, да? Подожди, сейчас фласку дам. Ну ты кинешь обмен, не? Сейчас я тебе еще подожди. Вроде просто все остальные с фласками. Всему. Вот, шаман, прыгаю. Здесь. Как первый трэш бьем. Спасибо. Понятно. Да. Ну что, готовы все? Можно хил. Олег, тотем ставить? Ну, турня или нет? Да, ставь. По инерам, кстати, назначил, а то опять буду без маны. Короче, смотрите, все друиды, когда заходите во тьму, если видите, что у ноби хила меньше 80%, сразу заливайте ему без команды РЛ. Сразу на второй фазе сходу, ноби хилом. Потом на третьей фазе будет рубов. Чек на пул. Все готовы. Изофилакс, можешь начинать. А, да, я туплю. Морвин начинаю все верно. Таньте, пожалуйста, квадрат Меликиш. Скоро будет метеор. Не хочу, чтобы он был рядом с боссом. Напись метка. Вот, встань в квадрат. Вот, побежали. Ничего далеко. Не, тело на первой фазе вы беспалите. На второй во тьме все то, на второй третий там беспалите люди, которых назначил. Зикспал выноси. Там квадратик. Там ничего. Вот там уже. Уже в рейте что-то там бежали. Все в босс играем. Дамага мало. Нерин, выноси метку. Уводи трэш дальше. Прожми срезку, сейчас умрешь. Спалим рогу. Все боссы играем, мало ДПС у нас. Вагон приезд в рейде. Жди, подожди, не заходи, подожди, пока уже пропадут хильти, брата упала хорошенько. Все, заходи, иди. Рейд зашли. Дали квадратик. Хламончик, поднимай Альпича. Как он называет? Это как? Капис выноси метку. Портал, наверное, не там зашел. Может быть. Лезвие смотрим. Инер и Нобахилу заливаем. А, у нас две свыты там свету. Господи, Триси, ты опять не наделал этот трини там. Да все одето, мой танков не хилит. Я нихуя не могу понять. Знаю, сейчас разберемся с этим. Заходите в свет. О, во тьму заходите. Дайте бафы по Альпичу, все инеры. Ну, бахилу даем. Дайте гимн, присты. Артвейдер, метка. Подожди. Спель Альпичу. Давай, даю гимн на ману. Ну, бахилу имя заливали, если не заливали. Надпись метка. Ну, хилы, чё вы? Ты на расписи. Ну, чё вы не хилили? Думаю, лапис сам себя захилит, хуй знает. 51. Ну, бахил метка. Фаларин, поднимешь его, выходим в свет. Килач, что-то вообще... Косарей, вы что? Талев квадрат.
Ларин, поднимай Аркиса. Стали в квадрат. Так, скажите, когда во тьму зайти? Апис, встань в квадрат сейчас. Когда метеор пойдет... Хильте танка. Хламончик, наноси метку. Пара упала. Ясно. Падайте, во тьме нету хилов. А во тьме кто-то хилит вообще или нет? Походу нет. Падайте. Либо во тьме, у меня было 4 косаря и было где-то. Минуты 2. Потому что Апис умер, до этого Алпич был мертвый. Коза, я смотрю на лечение поглощения. Ты там 3 себе хилишь, не знаю. Много другого, я у 600. Посмотрим по танкам. Много нет, 350, да. Ну это нормально, потому что он же должен танка держать во тьме, а я типа как помогаю рейд по хилю. Бля, я не знаю, я кастую волны в танка, потому что его просаживают там конкретно. Да, я знаю. У меня полмиллиона на хиле на него. Я написал об этом. Ну да, я видел, что ты писал мне. Ты ассоциальный, если знаешь что? Ты, ну, там нон-стопом не спар танка, ты... Я, ну, я не знаю, как тебе объяснить. Там по ситуации, если хил выносит метку, подхиливай хила, хил всегда приоритетная цель. Танк может отдать дефку. На хила надо захиливать на метках. Ну да, если шарик, как хилить, хули тут. Давайте по Апису, если вот так хил сейчас будет выносить метку и умирать, то ВП получит все хилы. Во тьме. Окей. Войт нахилил 300 кав танков. Там фаза. Проблема в Аписе была, там, по-моему, ему не дали Эльфрида, нет? Нет, он просто умер в метке. Ну, именно от урона в метке. Сам себя не хилил, наверное. Я бы стрелу в него успел кинуть. Течет. Каску по друидам. Слава, похиль танков на первой фазе хотя бы, потому что ну пиздец просто. Ну по рекану-то он хилит. 300 кана хилит. Так он хилит, когда мы уже все ушли во тьму, и он хилит тогда, да. В смысле, я тоже во тьме. У меня это рекаун с первой фазы, 300 кана хилил. Понятно, чек. Ну ладно. На что, остаюсь добивать големов? Так, Моровит, начинай. Будем считать, просто не повезло нам. Может, с этого трая будет ГП. Ну вот, смотри, ты волну исцеления сейчас хилишь. Зачем это делать? Шима, ладно. Давайте, побежали. Если да не хиль первую фазу, просто стой. Ну я понял. Ну, не то, что не хиль, да. Хиль тогда, когда хп у него уменьшается танка. Шами нон-стопом. Это на второй фазе нон-стопом, на третьей. Я не хиль, для чего пиздить, я вообще не понимаю. Ну, потому что у тебя 26 команды. С пула было уже. Подхилил танка, что-то такое. Стоишь волну, смотришь на хп танка, если видишь, что оно не поменялось, то есть полное, делаешь шаг вперед. Так, метеор побежали. Давай, через хвост возвращайся, ты берешь. Так. Давайте смотрим, ложим. На рейд. Давай, себя подхили. Танк есть метка. Заходи сразу в ДК, прижимайся, сразу заходи. Плевать на огонь, заходи сразу. Рейд, заходи. Бэров у нас нету, не умирайте, будет вайп. Я хуй знает, сколько раз убито, вы меня учите хилить, не знаю. Так а что тут такого, вы же не учитесь за все это время? Вчера выноси метку.
заходить? Нет еще. Теперь да, заходи. Инер и Мобахилу. Портведер, ты завис? Наверное, завис. Ладно, 2-4. Эларан, вынеси метку. Я пока не могу прочитать это заклинание. Далее, квадратик. Так, у нас теперь 3 на пула. Это заклинание еще не готово. Рандов, метка. Десят один, готовься. Нейрин, выноси метку. Так, выходим в свет. Давайте, свет. Становимся в квадрат. Чарам, выходи в свет и давай рост чарам. Бабахил, метка, танк хоть мне прожмись. Вот ходу метка, сам себя не спал. Фридом где, блядь? Я, видимо, не где. Побежали, метеор. Будет ДП за Фридом. Давай во тьме рост. Свет, отыграем большого голема. Меломан. Молодец, канал. Играйте большого голема. Отводи трэш или будет ДП тебе сейчас. Большого голема, играемся. Элоран, большого голема. Баш, метка. Нашел цвету. Трэш сыграли мелкий. Встали в квадрат. Сейчас будет метеор. Побежали в метеор. Смотрим уже. Но Бахил опять метка, во тьме танк прожмись. Максимус, выноси метку. Большого голема сыграть. И большого голема. Тьма, стопать этот дамаг. Вуди тебе дать, Дим? Да. Давай, Дим. От угла метка. Вот, выноси метку. Далее в квадрат. Трэш надо добить. Каноп, давай каплю на БДК. Побежали мне тело, побежали. Срезку прожимай, если там трэш еще остался. Будет метка. Будешь трэш очень. С зоны даже. Даю гим на отхил. Поларин, поднимай Войда. Когда? Кломанчик есть, БР? Ладно, падает. Я отложу, потому что он растет. Дима. Ты даже далеко отводишь от того же места, что он растет, и поэтому его сложно забивать. Ты его вообще в жопу куда-то отводишь. Типа, он должен быть от большого голема только 15 метров, а ты отводишь на 21. Зачем эти лишних 7 метров? Я не понимаю. Ну, чтобы ты себе понимал, эти лишние 7 метров, это я не достаю веером. То есть мне надо бегать трэш, терять активность, всю эту парашу. Это немножко хуёв. Давай, Кануб, соберись. Не прожимай мастаун по боссу. Ну, я не по боссу прожал, я прожал на трэш. Ну, то же самое, что по боссу прожимал. Хризи пишет, что это был срыв агро, а не мастаунт. Ну ты все равно сказал, что по трэшу прожимаешь мастаунт, а надо прожимать по людям. Цель выбранной цели, я кидаю мастаунт в этот самый, там в катале. А покажи по-большому, сколько кто нанес. Да, херово по-большому бью. Дамага все ту мало. Можешь поменять меня, ну, блядь.
Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, у нас же шханта не было, вот что дамаги мало. Давайте. Чек на бафы. Заново идем. Я был во тьме, я не сбивал мелких, ой, большого на первой фазе. Максимус. Финиш на третьей фазе, СС на хули пала. Плюс поставь. Ладно, будем считать эти слаки, просто на везение. Есть еще. Ой, тауру от огня поставь еще. Я тотем ставлю, не знаю. Ну, Средоточие тоже не надо. Я буду больно, на всякий случай, мастера вот прожмёт. Все готовы, Фризи, начинай. Этот морник начинай. Чарам. Успевайте хилы. Или ничего. Да, такая... Не прожимает хилку, когда мелкий трэш идет. У тебя весь трэш мелкий собрался. Эти фазы давай. На мне орехи. Ну, сейчас по мне нормально. Никто не падает. Ну потому что там бегают. Ну и там тоже не падает. Давайте босса играем, ДПС мало у нас. Мы радуемся. Так, сразу заходи, Хризик, сразу. Райд зашли. Далеко, да. Головы назад. В Эдлане там поделили паладина? Да. Лезвие внимательно. Заходите во тьму. Сразу иннеры заливаем на бахилу. Так, у хламонщика КД на БР. Децифлариан. Вот метка одновременно с лезвием. Вот. А, блин. Надо подождать. Угадал я. Лезвие, потом метка, потом фаза. Прочитать это заклинание.
Башу уноси. Мы выходим в свет. Олег, квадратик. СС, если откатился, давай на Войда, чарам давай рост. Максимус назад метку. Максимус, метка. Фридом, ёбаный в рот. Станешь, побежали. Я в метке. Эрл Грей метку назад. Большого голема. Какой назад? Я побежал обязать лезвие. Потом решил вопрос, играйте в трэш. Так достаешь, Дима? Если интересно, если заходи. Лаврон метка совсем. Не, он так и лежит еще. Побежали, метер. На танке метер. Да, они дохнут, он просто фридом мы есть, они просто дохнут. Заходим в ложу просто. Аж опять не повезло. Кому верить? Трисси, который не говорит, что фридома нет, или ван, лезвие забегает. Правильно выносят метки. Ты с любой англичанином? Я побежал вперед, я вынес метку, сдиспелил себя и умер, потому что мне не дали фридом, я стоял в метке, блядь, чуть шел. И глаза протри. Че ты, Джерин, говоришь? Что сист во тьме слабый, а раз это убийство не на ДПС, а на сист. Вот и все, поэтому там проблем. А, ты имеешь в виду хил? Лов? Или что? Не, ну типа, когда хил выносит метку, то, например, если нету фридома, Эрдру страхует, как это делал Заливин на стаке, ведь жизни цвет, подхиливать, но... Апис этого не делает, просто вот, типа вот в этом прикол. То есть есть еще такая хуйня. Ну ладно, то похуй. Ну да, есть такое. Ну там, нет, там смысл в чем, что там Эрдру во тьме вообще там, блядь, остается вот, ну, 5 человек. Бля, ну я просто не видел, там я просто был во тьме за Левин, когда я метку выносил, там на мне все висит. Две хоты, жизнецвет, еще какая-то праша, даже да бульный рост. Да нет, ты не понял, хуя. Дима, ты не понял, ну, это на всех висит, потому что там 7 человек, и ты вешаешь и омоложение, и буйный рост, и этот... И восстановление, ну, все хоты на всех висят. Да, ну там еще висит этот жизненный цвет, который стакается. Ну там, блядь, все хотовские. Бафайте. Пока они говорят, должны бафать. Ну, Заливин был топчик, моя школа. Я его научил играть так-то. Ладно. Кстати, не буду выебываться, но Вайда и то я научил. Ну, хотя не научил, но, блядь, старался. Ну, он теперь как-то играет. Я там по ретрикам скажи, чтобы фридомы как-то распределили, потому что уже второй раз я выношу метку без фридома. Я диспейлюсь вот. И не могу выбежать с нее. Спал, вот пишет, фридом первый, отгулдал фридом второй. Да вроде не было проблем, я на второй фазе смотрю, все кидают фридом, все нормально. Ну, потом фазе. Может забывает, я не знаю. Блин, рано был. Блин, у меня 95 урона. Адское пламя. Хантер, слышишь, Артвейдер? Сейчас слышу. А, не, все правильно. Что ты там мне, Эларан? Эларан, что ты мне пишешь? Про какого-то анта? Это давай больше дамаги, Артвайдер, давай. Тут трэш не жил долго. А, это Артвайдер, бей большого голема, у тебя вообще 0 урона. У меня он 93, а у тебя 0.
У тебя 6,5 КГС, у меня 5,7, я кустую пытку 2 секунды и 2 десятых. Это меня вымораживает. Все, начинаем уровень. Не знаю, чем ты там, Лорд Вейдер, занимаешься. Бей большого еще в третьей фазе. Бежали. Так, Максимус, если ты кидал СС на квала на прошлый трай, поставь какой-то знак в чат. Будем считать, что кидал. Да, без СС он нас вылипал. Видом и лол, блядь. Друг далеко всех стоишь. Реглэй метка. Неправильно выносишь. Ходите за мной. Не к лицу надо выносить метку, а назад, строго назад, 180 градусов назад. Опять на ханта не было фридома, ну, как бы. Да не, вроде бы, я не видел дебафа. Я по дебафам смотрю. Мамочку. Фридом был. И на реновый хилл. Ну, либо кидают очень рано, ну, то есть сразу по метке, но это же бред. Ну, дебафа не было, короче. Это самое главное. Лохан чуть шел. Так. Давайте, хилы, хильте хорошенько метки. Так, все, носил, я попросил. Сейчас еще одна будет метка. Лапис, метка. Входим в свет. Ну, Лапис, ты, конечно, молодец. Сети справа босс сдвинулся немного на войду. Ларион, подымай меломана. Дать еще один рост меломану, бафы по меломану. Твейдер назад метку. Ну? Что, ну, ты портаешься в черную метку? Побежали, метеор. Должен выносить пешком, а потом прыгать в рейд. Большого голема играем. Вот в свету трэш не бить, ой, босса не бить, во тьме дайте рост. Блин, достаешь? Нерион, метка. Тебя диспелить? Нет. Отлично. Лотов, квадрат. Метка сейчас будет. Бежали, метил. Святую не бить, Халиона. Спеть тебе гимноману? Не, рано еще. ВФ, метка. Большого голема играем. А он не хирся, зачем? Визифилакс, я тебе говорил, не хилься, когда трэш идет мелкий. Банк его падает. Падает.
Почему ты не понимаешь то, что я тебе говорю? В другом вопрос, зачем хилиться на 80% хп? Апис метку неправильно вынес, понес ее под портал, притянула ханта и мага, маг умер. Блин, у вас столько косяков. Каждый раз он говоришь одно и то же, не понимаю. Хантер Твейдер, ты получаешь на себя метку. Выносишь пешком до стены, с тебя диспелит, и только тогда ты прожимаешь свой отрыв. Хотя бы по логике надо понять, что наша задача здесь получить как можно меньше стаков от этой лужи, которая появляется после диспела. Чтобы получить меньше стаков от лужи за ханта, нужно после диспела этой лужи сразу прожать отрыв, а не просто бежать из нее. Тогда будет не 2-3 стака, а будет 1 стак. И у тебя не будет 36% КБ на переходке, а будет 85-90. Слушай, Рита, а че ты ловушку не ставишь за охотника эту взрывну? Которая может избавить от таких вот ошибок ДК, там, туда-сюда. У тебя забавить ни одной этой ловушки нет. Просто. И по ДПСу ты дамажишь как приз 5,7, это тоже как-то не торт. Да. Типа перебегаешь, ставишь взрывную ловушку. Блин. Отбегаешь от босса, держишь рендж, прописываешь рендж, ты Халеон, 10 метров. Пробегаешь, отбегаешь, ставишь от фрейма 10 метров ловушку, нажимаешь на пул, она не задевает Халеона, и когда прибегает трэш, оно типа помогает еще роги напуливать трэш, а в этот момент ты градом стрел бьешь дальний трэш, но ты этого не делаешь. Просто мне сложно одному, ребята, как-то вообще напряжно. Я вам отвечаю. Так-то, ну, кстати, я заметил, что трэш хуёво напуливается. Не играю за напульщиков, не знаю, что рассказать. Очевидно, что два ханта просто не умеют играть, он дамажит. Ну, да, плохо дамажит, отсюда и напула нет. Максимум, сделай что-то со своим дамагом. Ты по Халеону набил столько же, сколько и я, походу. По 100 тысяч больше. Ты 6,5. Ты, походу, не понял фишку. Я тебе сказал, что не в напуле проблема, а в дамаге проблема. Трэш заливается, и когда перебегаем, у напротопали висит трэш, и он бьет его в спину, и у него прокает ревностный. Все, начинаем уровень. То, что ханты неправильно делают свою работу. Ханты плохо напуливают. Какой код он брал на каждом трае? Кота нет. Жаль. Давайте что-то делать с этим. Где ваш дамаг? Но дамажу как максимум. Сейчас смотрю аккаунт, у меня такой же дамаг, как у него. Демон всегда так дамажит. Не играл за демона, не знаю. Не, демоны всекают за яйца. Побежали. Апис, подымай кого-то. Сразу бафаем. Пойдите залить трэш. Давайте в трэш. Кризис, заходи. Хилы тоже заходим. Рейд заходим.
над ними. Арт, твою дармитку назад. Вот это правильно. О, кстати, это было правильно сейчас сделано. Отрыв просто диспела. Спал. Заходите, четвертая пати. Смотрите, лезвие с меткой на ранение. И на руну бахилу. Ждем метку. Максимус, метку назад. Не в портал, а та же ошибка. От портала отойди. Люди же здесь выходят. Заходи в свет теперь. Чарам, подожди. Максимус, быстрее. В свет, все, теперь рост. Бежали, метеор. Фритон, дайте по нам бахилу. Где, блядь? Во тьме, давайте, рост. Я неправильно выношу. Максимус, метка. Большого голема бьем. Дал гим на хп. Плохо очень, убегаете. Свету только трэш бьем. Срыв огромный, ломан. Прожми срезку. Бутербол метка. Играйте в трэш. Следи за игрой, пожалуйста. Встали в квадрат. Повезло сейчас. Побежали, метеор. Смотрим лужи. Лужа в рейте, чё. Wi-Fi метку назад. Большого голема играемся быстро. Ломан назад, сам себя здесь пелишь. Можешь гимнуть. Пойди гимнуть. Уже. Побежать. На танке метеор смещать из квадрата. Уворачивай на рейд босса. Лужа в рейде, осторожно. Лужа в рейде. Джерен, метка на пула нет. Диспелить тебя. Понял. Играйте в большого голема. Все. Води немного, все, не надо. Большого голема добить, 60% уже. Фалариан, сам себя здесь пулишь. Встали в квадратик. Капельку на БДК, если что, на перебежке. Побежали, метеор. Все, не надо, если не давал 50% нормально. Плюс 9% хп у БДК, уже в рейде отбежали. Клота метку назад. Большого голема играем. Упал танк. На 40% хп. О, материальности. Что там по хилу есть? От хил танка. На полом, короче, вообще совсем плохо. Он там с хилов, с войда, либо шамана, то ну они будут умирать на каждом трае, там просто, ну никто сейчас не умирал. Сейчас
ДДК умер. Ну сейчас увидим. Ну, 2,5 секунды мы его не хилили. Ну, это меня... Лех, посмотри, Бадласка, сколько мах набил в большого. Ну, за третью... Ну, за третью фазу 683к набил. А я набил лям, элемом. Живоцкое пламя, это что, это мелкий трэш? Живой огонь, это мелкий трэш, адское пламя, это большой голем. Ты набил 512, меломан 683, полариан 400, полариан 520. Живой огонь, это большой шпрани, живой огонь.